Меня зовут Маргарита, и мне 62 года, я пенсионерка. Я думала, что после 50 мода и удобство – вещи несовместимые. А тут пришел курьер моей внучки, а внучки дома не оказалось, и домофон сломался. И мне пришлось пешком спускаться по лестнице, чтобы открыть дверь курьеру. Я надела внучкины кеды, и оказалось, они такие удобные, такие комфортные. Я теперь все время покупаю себе обувь только бренда «Респект». И себе, и внучке, и дочке. Так что я влюбилась в обувь «Респект» и слежу со всеми модными новинками этого бренда. Я считаю, что «Респект» – это самая лучшая обувь. Я всем рекомендую. Покупайте обувь «Респект».